Боратулев Валентин Леонидович, исполняющий обязанности генерального директора коммунального завода ВСК «Клиничная лекарня» номер 8 Петровского лесопродукта. Современные тенденции направлены на максимальную визуализацию операционного поля. Это дает более качественное провести оперативное вмешательство. Департамент здравоохранения нашего города в последнее время делает ставку на молодежь, на молодых специалистов, которые легко обучаемы, они хорошо владеют иностранными языками и благодаря своей мобильности могут активно стажироваться в клиниках зарубежья. Мы активно поддерживаем такую позицию департамента и стараемся максимально помочь нашим молодым специалистам в стажировке у лучших хирургов как Украины, так и за рубежом. Расскажите, пожалуйста, что стало с вашей дитиной, когда дитина захворела, когда вы побачили замены у мимики обличия, отже, трошки по анамнезу дитини. 10 дней тому, від сьогоднішнього дня, моя дитина захворіла ОРВІ. Був кашель, нежить. Ми поїхали до сімейного лікаря, сімейний лікар приписав нам ліки. На наступний день... Ви не хворіли? Ми не хворіли. До цього дня ви не хворіли, у вас не було жодних скарг, звук? Ні, не було. На наступний ранок моїй дитини заболіло вухо. Так. Температури не було. Змінилась міміка обличчя. Ви побачили, що щось на ТС обличчя, так? Так. Так. Ми поїхали до сімейного лікаря, і сімейний лікар нас направив до ЛОРа. До лікарні? До лікарні, так. Кафедри оторіноларингології Дніпропетровської медицинської академії, професор доктор медицинський. Валентин Леонидович сказав замечательні слова о том, що наша область зараз виходит на лидирующие позиции по молодежи, по хирургии эндоскопической, и что хочу подтвердить, что действительно руководство и города, и области, и медицинской академии сейчас все больше и больше внимания уделяет развитию молодежи.